Всем привет! Мы продолжаем наш моделинг нашего дядечки замечательного. Начинаем оттуда, откуда мы остановились. Свежим взглядом на него смотрим. И, конечно же, вижу дофига того, чего хотелось бы исправить. Ну, вообще, свежим взглядом посмотреть всегда прикольно. Хорошо делать паузы. Небольшие хотя бы. То есть, даже иногда, когда что-то делаешь, полезно остановиться, ненадолго бросить, там, заняться чем-нибудь другим, буквально хотя бы там полчасика. И даже через полчаса уже выглядит все немножко по-другому. Это, ну, как-то так работает почему-то всегда. Вот, так что надо исправить немножечко тут, ну, все по мелочи. Вот, на самом деле, вот, ну, основная форма вот этой штуки, например, вот головы, собственно, она как бы есть, то есть она еще будет чуть-чуть уточняться, что-то чуть здесь подправил, тут подправил, по чуть-чуть, но, в принципе, она уже не изменится как, ну, основная форма. Поэтому вот тут, что я люблю сделать, сейчас она, это динамеш-форма, это не столь удобно и не столь красиво, поэтому берем и делаем и зиремешер. Пяу. Сразу нормальная топология, хотя можно еще немножко поменьше сделать. Вот. И теперь ее гораздо удобнее моделить. У нее уже гораздо меньше будет каких-то искажений, основанных на неправильной топологии. И все будет зашибись. Так. Вот я не знаю, тут вот такие морщинки у него под носом. На одном из ракурсов. Вот непонятно, делать их, не делать. Пока не буду. Если что, потом добавлю. Так, уже получше. Надо как-то еще сделать, чтобы было ноздри. Были. Вот, края ноздрей почетче, да? Ну, тогда получилось, что тут плоскости. Но они нам не нужны, такие плоскости. Поэтому мы их сейчас пьем и вытянем. Move brush самый лучший. Без него вообще никуда. Очень многое можно поправить, даже в каких-то мелочах, которые тык глазики. Зрачки ему делать. Побольше. Ой. Ну, пока так, просто чтоб вот такой сумасшедший взгляд сразу. Тык, ушки тоже повыше, по тык. И, кстати, ушки тоже надо, наверное, сдинамешить, в смысле заремешить.
Да и глазки. Это ж главное, чтобы не порушились эти группы. Еще иногда бывает, оно склеивается их в одну эту. Не, нормально, не склеились. Не помню, от чего зависит, но иногда склеивается. Так, вот у нас уже форма уже гораздо более гладенькая. Вот. Ну и надо заняться волосней. Так, опять же. Перемешать. Сначала сгладить. Так, что у нас с формой? Вот тут вот мне нравится, вот как вот такая вот, более треугольная, что ли. Так, чем это лучше сделать? Вот так пойдем, да? Конечно, перспективу надо бы убрать. Вот не знаю, может, надо покрупнее сделать вот эти волосню. Или так мелкое хорошо. Наверное, все-таки покрупнее надо. Так, берем такие тюбсы. А вот такие сделаю, да. Сейчас я все это сглажу. Типа низ усов, не знаю, такой вот хорошо будет или нет. Оно, конечно, не очень видно пока, но потом это вылезет где-нибудь. Странная форма, типа, да? Ну как эти? Ну не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, не очень, хотя черт его знает. Можно попробовать еще. Так, где он? Хук. Вытягивать это все чуть вниз. Ой, перебрал. Опять же, само собой, надо бы это все дело без симметрии, но пока так. Так, уже лучше. Теперь борода, то же самое делаем. Сглаживаем.
Иногда мышкой вожу быстрее, чем на клавиатуре нажимаю, поэтому не успеваю отпустить Shift, например. А мышкой уже наделал делов. Поэтому получается иногда такие. Штучки непонятные. Так. Вот что-то мне не нравятся вот эти вот какие-то торчочки, да? Если их просто больше сделать. Как-то так, да? Меня пока не устраивает форма бороды. Ну что, мы ее победим. Остренькая тоже фигово. Сейчас чего-нибудь добьемся от него. Так, смотрим. Все вместе. Так, займемся пока волосами. Пока не понимаю, что с бородой. Тут слишком много явно. И опять же ремешок. Так, я все время забываю, у него шапка еще должна быть. Что ей сейчас надо сделать просто? Что-то чушь какая-то получается пока. Все, мы его победим. Лысинка. Не будем делать ему такие большие торчащие волосы, наверное, да?
Вот таким вот образом делаем ему такие сосульки. Не знаю, нравится мне это или нет. Как-то пока, по-моему, не очень, да? Так, еще раз его отремешать. Вот это сохранить ему как топология. И пим-пим-пим. Может, вообще надо было отдельными колбасками делать. Все волосы прям слепить их по отдельности. Вариант, кстати. Ну да, что-то мне не нравится пока. Ну-ка, давай-ка его клеем. Пройдемся еще раз. Вообще весь процесс всегда такой, то, что называется творчеством, да? Ну-ка, сделал одно, не нравится, переделал, сделал второе, опять не нравится, опять переделал. Это нормально. Так и живем. Так, вот это уже лучше, кстати. Хм, мне нравится. Все хорошо. Так. Только общую форму теперь надо как-то подогнать. Что-то какую-то сильно большую копну, по-моему, сделал, да, волос? Надо все это уменьшить. Во, вот так, ага. Так, это мне уже нравится. Бороду теперь чуть-чуть покраим. Кстати, ее тоже надо... пластилиновая борода. Хотя, конечно, все можно тут списать на пластилиновость. Типа, ну это ж пластилиновый, что вы хотите? Но нет, мы сделаем все хорошо. Шапку. Делаем шапку. Блин, вечная проблема. Твою мать, давай... Сука. Да что ж тебе? Так, это значит, у нас основа шапки.
перемешать, чтобы когда начнешь двигать, иначе у нее топология, вот этот вот центр, с ним вечные проблемы. Когда ремеш делаешь, такая центральная штука пропадает. Она очень сильно мешается. Делаем ее более квадратную. Выше надо, да? Вообще, вот тут у него смотришь, она вообще широченная, да? Как-то вот такая. Понял, сделаем такую. И пельмень на голове. И кит ее. За мышку схватился. Отлично, трюх у него такой, и делаем. Куды? Прикольно уже выглядит, да? Так, маловато будет. Это мой размерчик. Ой, что я делаю. Чуть-чуть сразу в разные стороны их зафигачим.
будет зашипись. Они какие-то тощие, да? Надо их. Вот. Так, ну и все, надо, короче, избавляться от симметрия, сразу все заиграет. Так. Ну во. Мельчу. Зоб. На самом деле, вот эта симметрия, когда избавление, то в принципе обычно достаточно вот только в самом центре симметрию убрать, и все, она уже не симметрична. По краям вот здесь, если будет симметрично, это не так бросается в глаза. А вот тут в центре, особенно вот сзади вот этот вот какой-то вот... как это назвать, писька такая торчит, это неприятно. Так. Вообще, что-то не нравится мне вот эти вот, как торчат вот сюда волосы. Я их, наверное, все-таки под шапку спрячу. Чтоб они как бы... из-под шапки-то торчали. Ага, вот. Как-то так. Так, все, мы сейчас порушим. Заново построим, да? Подвисло. У меня слишком низко вот висят волосы, в смысле сильно. Надо вот так поджать. Тут какие-то получились провалы.
Нудненько их. Нудненько. Во. Пока еще все-таки не дошло у меня, да, до идеала. Мы же делаем все всегда идеально, правда? Что-то как-то получилось не то, да? Так, уберем пока. Что не все разворачивается. Думаю, что у меня все под углом пошло. У меня вакуум повернулся под рукой, а я не заметил. Пластилиновость мы, конечно, сделали, но она какая-то не очень, да? Слишком грязная форма. Попробуем так сделать. Какая-то волнистость появилась дурацкая. Не, ну конечно, окей, но вот борода прекрасно получилась, по-моему, да? А это мне не нравится, как выглядит. Тут что за херня? Нравится, и все тут. Так получше немножко, да? Кракозябра. Ну, она так всегда частенько изнутри выглядит. Если посмотреть на многие модельки, они внутри вот такие. Ой, тут он даже сквозь ухо вылезло. Сюда отодвинем, тут сюда.
какая-то дырка получилась нехорошая. И тут тоже как-то нехорошо. Ну, так меня уже устраивает. Опять же, чуть-чуть симметрию берем, чуть-чуть поровнее сделаем. Торчит какая-то херь. Она нам не надо. Её берем. Вот. Прям прикольно. Чего у меня все время появляется эта штука? Она мне не нравится. Во. Там же лучше, правда? Ну вот. Делаем ухи ему поинтереснее немножко. То есть понятно, они просто какие-то такие пельмешки и все, да? То есть они без всякой детализации. Пельменя. Ну вот. По-моему, гораздо лучше стало. Ну, по крайней мере, точно лучше, чем был. Так, теперь делаем какую-нибудь ему. У него там такая дурацкая какая-то текстурка на всем. Типа вот такая, да? Ну-ка. Во! Вот это похоже, да? Очень похоже. Только не так сильно надо. О. Да, выглядит по-дурацки, но
Зато очень похоже на оригинал. Кстати, вот такой эффектик, вот как чуть-чуть вот приглаженный, ну, пластилин все. Может, все так сделать вообще? Ну ладно, может быть потом, когда-нибудь. Ну вот, так, веревочки. Как делаются веревочки? Нам нужно такую штучку. И так, курс мультитуб, да, делается помельче. Пьем. Пьем. И удаляем. Блин, что я потерялся. Нафига мне этот курс брать? О. Во, и всего делов. Все, орел мужчина. Нос помятый, да? Гладим. Нравится. Что-то. Так, ну вот. По-моему, похож. Тут еще есть что доработать. Волосики можно доделать еще. Можно какие-то, не знаю. Так вот сделать. Не. Мельче. Ну, то есть вот тут какие-то вот эти все огрехи убрать. Кстати, перемешать его еще раз.
Мне не нравится. Так, а вот можно еще что сделать. Значит, сделать копию. Вот ее заремешить. А потом ее спроецировать назад на предыдущую. Гораздо лучше топология. Но при этом форма останется. То есть было вот так, стало вот так, чуть поровнее. Что и требовалось. Типа таких два слоя валов, да? Ну, может быть. Право на жизнь, правда? Я иногда удаляю прямо далеко, чтобы исчезли все эти. И тогда в маленьком видео, кстати, вообще прикольно смотрится. Ну что ж, я думаю, на сегодня мы закончим. Голова у нас готова. В следующий раз делаем ему тулово. Так что, если у кого-то какие-то вопросы, задавайте, на все отвечу обязательно. Так что, всем пока!